Ну а сейчас все вместе давайте угадаем, какие же игры разума выпали нашему Ники. И какой же нефтебабл в конце он получит. Нажимаем на паузу, пишем комментарий. И самое интересное, посмотрим уже в конце, кто был прав. Только давайте не будем жульничать и не будем перематывать в конец, чтобы посмотреть, а потом сказать, какой я крутой и лучший. Жду комментарий. To me.